Австралия чуть не лишилась премьер-министра. Глава правительства проводил рабочее заседание в здании, у которого обрушился потолок. В доме 36 этажей. Сам министр не пострадал, так как был на совещании в этот момент в соседнем зале, но травмы получили три сотрудницы федерального парламента. Двух женщин сразу же отправили в больницу, одной медики оказали помощь на месте. Как сообщили представители полиции, масштабы разрушения незначительные.